Последний раз. Давай, Майкл. Подорви уже эту штуковину. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Crysis 3, на этот раз вас ждет 11-я часть моего прохождения, где мы продолжим прорываться сквозь оборону и уничтожать артиллерию Цефа. Так, куда нам идти дальше? О, ракетница, ну-ка, сейчас я крикуна жахну одного из ракетницы из этой. На тебе, урон. А, как тебе, понравилось? Понравилось, я чувствую, тебе прям понравилось. Ты елки-палки, заряд какой-то сюда пустил. Ну-ка давайте подождем, куда его можно атаковать. Наверное, вот эту лампочку, когда он ее приподнимает. О, в брюхо ему. Так, восстановим опять энергию. Давай. Ты уже искришь, я вижу. Ну давай, жахни своей ерундой. Ну жахни. Готов? Или не готов? Куда ему попал? О, он уже горит весь. Когда он уже взорвется, да? Ес! Мы рванули его, да, отлично. Блин, ну Гаусс, я же говорю, это Гаусс, это гауссовская мощь. Это гауссовская сила. Свободен! Ха-ха, еще одного рванули, просто отлично. Так, еще кто-нибудь здесь есть? Так, там у нас чисто. О, какой, смотрите-ка. Статуя свободы, черепок. Ё-моё, там еще один крикун. Вот это уже плохо. Мне прятаться негде. Получай, урод. Опять я спрячусь. Жалко, что Джабу все время один лежит, одна штучка. Не то, что берешь там какой-нибудь заряд получаешь. Что, еще подождем, пока он... Давай, 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 опускайся. Смотрит на меня. Вот гад смотрит. Дыру на мне протрешь. Ха-ха, искрит. Искрит. Искрит, это хорошо. Сейчас рванет. Нет, не рванет? Надо добить. Давай, поворачивайся бачком. Позолоти бачок. Свободен, отлично, еще одного убили. Так, все, зона чистая. Ни одного больше крикуна нет, три штуки вынесли. Да, вот это круто. Вот это круто. О, здесь еще джипан лежит у нас. Так, мне бы неплохо какое-нибудь оружие отсюда взять. Но здесь только стандартные боеприпасы, ничего особенного. Так, давайте двигаться к точке. Нам куда-то туда нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то по нам стреляет. Я не вижу, кто, я спрячусь. Установим энергию. Кто-то по нам стрелял. Смотрим. Оттуда? Откуда по нам стреляли? Откуда-то по нам стреляли. Давайте визор включим. Какие-то цели. Доступен новый ролик какой-то. Не знаю, ладно. Давайте двигаться дальше. А вот здесь будет поменьше врагов. Фу, три крикуна, вот это круто. Винтовка Гаусса рулит. Как я, собственно, и говорил. Давайте наверх уже забираться на самом. Здесь никого. О, отлично, сохранились. Да, стало совсем опасно. В последней точке стало просто люто опасно. Так, стандартные боеприпасы. Модернизация, кстати говоря, модернизация. Давайте взломаем пулемет. А, я не могу, необходимо видеть, сколько еще. Давай. Сколько мне еще подойти-то нужно? Где-то было написано. А, необходимо видеть цель полностью. Вот что там написано. А я ее полностью не вижу. Давайте попробуем взломать. Правда, у меня маскировки уже практически не осталось. Ой-ой-ой. Нас увидели и даже постреляли по нам. Вот так вот. Неплохо. Так, еще разочек. Попытка номер два. Давай, турель.
Yes! Вот и все, турелька наша. Пусть она там сейчас отделает этих ребят. Давайте мы еще возьмем HMG. Отличненький наш. И я бы, конечно, хотел посмотреть модернизации костюма, которые мы можем сделать сейчас. Кто-то по нам стрелял опять. Да что ж такое, это просто кошмар какой-то. Вон там кто-то сидит. Ладно, фиг с ним, спрячемся сюда. Тут по нам уже никто не стреляет. Так, я не могу сейчас посмотреть почему-то. Давайте выкинем его. Вот наша модернизация. Итак, у нас 3 очка есть. Посмотрим, что у нас есть. Суперсила, удар ногой. Здесь у нас что за 3 очка? Броня крепче. О-о-о. Но движение медленное у нас здесь. Так, тут у нас что? Отражение, ослабление действия пуль. Давайте я броню вот эту открою. Разблокирую модуль. И поставлю как раз броню вместо убийства. Вот этого. Больше оно нам не нужно как раз. Я его сохраню вот сюда. В наш набор. Отлично. Все, у нас этот набор установлен. Я беру пулеметик шикарный. Включая невидимость. И надо разузнать обстановочку. О, выглядите-ка. Выглядите-ка. Кажется, у нас тут незарегистрированный пришелец. Ха-ха, отлично. Все, теперь нам нужно разблокировать минное поле. Давайте, оно у нас легкое совсем. Готово. И все, в невидимости сейчас пройдем. Отлично. Все, где уже? Мы уже совсем близко к нашей цели. Вон она. Я уже ее вижу. Так, давайте территорию осмотрим. Потому что я боюсь, что сейчас нарвусь на кого-нибудь. Как нам, во-первых, залезть-то туда? Тут целые джунгли просто. Просто джунгли. Тихо. Сидим здесь, защита. О, видали, она уже желтая стала у нас, защита. Давайте я в невидимости опять попробую пройти. Как же нам туда забраться? Тут я, наверное, не запрыгну, да? Я попробую выбросить пулемет и запрыгнуть. Нет. Придется взять нам пулемет и работать по стариночке. Где этот гад? О, да это же гнеметчик. Спрятались. Обходим с тыла его. Что ж ты за сволочь такая? Он щит разворачивает свой, по-моему. Если я не ошибаюсь. Гори. Yes! Красавец. Просто красавец. Так, я не понимаю, что нас атакуют. Вот это я не могу понять. Кто-то нас атакует. Устанавливаю броню. Сейчас узнаем, кто нас атакует, и уберем его. Опять огнеметчик. Что это за фигня? Что это за монстр? Ах ты гад! Давай! Сдохни! Yes! Красавец! Еще один. Так, сейчас я вот эту хрень попробую взорвать. А, да это не хрень, это же обычный. Обычный, считайте, их морпех. Я просто как-то сблизи смотрел. Мне казалось, что он вдалеке находится. Здоровый такой, страшный. Все, наконец-то мы добираемся. Вот, туда нам нужно. Я выкину уже нафиг. Все, больше нам пулемет не пригодится, я думаю, здесь. А, нет, слушайте, там еще кто-то у нас есть наверху. Забираемся наверх и... На тебе, урод! Сдохнет! Ха-ха-ха, да. Опять кто-то по нам отстреливает. А, вот он. Ну чё, как тебя замкнуло с Киевольта, да, говнюк? Все, где этот пульт уже? Достал он. Как же нам туда добраться, да? А, вот он. Ну все уже, успокойтесь.
Невозможно уже с вами. Так, так, так. Сейчас будем думать, как нам. А, так, ё-моё, что тут думать? Вот здесь заходим и все. И всего делов, наконец-то, все. Я в деле. Последний раз. Давай, Майкл. Подорви уже эту штуковину. Отлично. Теперь веди ровно. Мы почти на месте. Отлично, сбили. Думаю, мы пробили дыру в обороне цепа. Чисто, до самого луча. Расчисть мне место для приземления СВПП. Да, это за Александр. Ха-ха, да по-моему, походу, сам себе сейчас все расчистит. Что мне там чистить? Давайте возьмем пушку. Я тут готов. Кто-то там еще нас атаковал. Граната. Нет, граната — это плохо. Где эти все? А, вон он. Да сдохни уже, наконец-то. Пойду еще раз. Еще патрончики возьму. Где, где? Как это называть? Расплата. А, ладно, фиг с ним. Возьму наш кейвольт стандартненький. Ха-ха. Помнишь жутника, да? Пошел ты. Ну сколько это еще осталось вас? Еще огнеметчики. Так, надо попробовать перепрыгнуть. О-оу, броня. Живые, все в порядке. Броня супер. Так бы могли убиться. Ну, огнеметчик, где этот гадкий? Окей. Я сажаю ее на крышу. Буду держать двигатели на ходу, чтобы быстрее убраться. Надо было его там подождать. Он сейчас присядет куда-то. Куда-то сюда, я не знаю. Где-то здесь. Ага. Где-то, где-то здесь он сядет и... Отлично. Садимся и надо сваливать уже отсюда. Наконец-то сваливать. Готово. Запрыгивай в кресло стрелка. Давай! О, а нам, кажется, представится еще возможность пострелять. Ну что, неплохо. Пристегнитесь поплотнее. Мне кто-то сел на хвост. Можно мне немного... Привет, ребята. Ха-ха, привет, ребята. Так. Я проскочу между зданиями. Задержи их немного. Да кого задержи немного, я не понимаю. Малейшего понятия. Я же не могу назад развернуться. Маневр в уклонении. Ес! Сняли одного. Где, где еще одни? Давай, заходим за хвост. Хвост заходи. Перехватчики над Лондоном летал. О, еще один. Это, походу, тот недобит уж был. Ну, неплохо, если не считать, что... О, весь экран у нас, конечно... Уже очень-очень сильно запорошен всякой грязью, но я думаю, так и должно быть по-настоящему. Yes! Не вижу ничего. О, еще один. Сниму, если будешь держать поточнее. Отлично. Ух ты, кто-то сел на хвост опять. О-хо-хо-хо. Чему он сказал, конечно, этот комментарий последний, я не пойму. О, да ты псих! В свободное падение машину отправил. Да, ну, ну псих, что тут скажешь? Полностью оправдывает. Да собью, если ты его поставишь, наконец, уже нормально. Я ж не вижу ничего из-за розовой хренвы. Давай, 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 yes! Еще один готов. Ну, ну, давай, сделай маневр. И мы его уже уделаем. Вон, а впереди кто-то был еще. Стреляй. Да стреляй, 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 ё-моё.
Ё-моё, у нас уже все в дырках. Потому что сзади все время кто-то сидит. Ну подержи нормально, не могу ни в кого прицелиться. 90% времени в прицеле вообще никого. Вот, двоих уже снесли, троих. Отлично. Когда же эта битва-то закончится уже воздушная? Yes. Ах ты, да что ж такое? У нее какие-то комментарии? Сожгите его. Продолжаем. Убей его. Сожгите его. То он со мной на вы, то он со мной на ты. Горит. Еще как горит. О, кажется, нас совсем подбили. А сзади, походу, совсем плохо. Много очагов пожара, сильно повреждена, не дотянет. Да, не рискнул сажать на землю. Выжму, что смогу. Посмотрим, может, дотянем до здания Люсгаден. Оттуда должен быть хороший вид на луч. Хороший план? Отличный. Сделаем план. Это. Почти все. Ну же! Давай! Я думаю, мы... Надо расчистить территорию, как я понял, да? Ух ты! Займись двигателями, я их задержу. О, да, сэр, мистер Босс. Я тут буду развлекаться на полную. О, да мы тоже развлечемся на полную, как я понял. Этим я сюда и пришел. Еще не готово? Да, я просто помалкивал, сэр. Так хорошо проводил время. Нет, потому что я еще не починил ее. Ну? Ну, бессмысленно, кажется, вот эти верхних уничтожать. Есть смысл уничтожать только обычных. Надо броню включить, я что-то совсем забыл. Что, уходим, что ли? Хорошо. Неплохо постреляли. Ты видел это раньше? Что это? Хрен знает. Воу, да, надо просто убить это. Просто убить эту хрень. Но это, видимо, будет непросто. Ох, его колбасит. Надо одолеть эту сволочь. Это руководитель цепов? Ничего себе. Нет, заменить Кейвольт на Тайфун, это, по-моему, плохая идея. F, перезагрузка нано-костюма. А зачем? Что это значит? Как нам его уделать-то? Я не понимаю. Что он делает? Подождите-ка. Воу, нифига себе! Сбивать, что ли, эти штуки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Отстреливают по нам только так. Походу, надо уничтожить эти маленькие штучки. И тогда все будет путем. О, похоже, тайфун как раз будет очень хорош для этого босса. Да. Надо взрывать, когда он заряжает эти штуки, похоже. Вот он начинает их заряжать. И вот сейчас, наверное, как-то даже не знаю. Ой, у нас мало снарядов, нам оружие бы какое взять. Или свалить отсюда куда-нибудь в другое местечко. Сюда, например. Перезагрузимся, подождем. Ё-моё, да он тут все обстреливает. Что все время мне надписи какие-то пугающие вылезают? О, отлично. Я заменил гаусс на эту штуку. Ё-моё. Давай, расстреляй эту хрень.
Да расстреляй ты уже эту дрянь. Ух ты! О, нет! Пробел! Сдохни, сволочь! Да! Да, ё-моё! Надо опять перезаряжаться. Ах ты гад! Он опять, что ли, притягивает всю эту хрень? Ух, ё! Это что, стадия 2? Да, блин, какой жесткий чувак. Давайте еще раз его попробуем. Кажется, я все-таки ловил систему. Нужно стрелять ему вот в эти штуки мелкие, как я понимаю, да? Давайте включим броню и начнем их расстреливать. Давай. Ну, говнюк, давай. Заряжай их, и мы начнем их уничтожать всех. Тихо. Перезагрузка нанокостюма. Я все еще не понимаю, что это такое, зачем оно мне нужно. То есть я, наверное, какие-то цефовскую фигню нажираюсь, и... И мне от этой цефовской фигни очень даже хорошо становится. Так, он опять тратит энергию, видимо, на то, чтобы притащить эти мелкие штуки. Давайте их продолжать расстреливать. Сейчас что-нибудь получится. Давайте сменим на тайфун, он у нас очень скорострельный. По-моему, он как раз для такой... Для такого и создан. Ох, мало боеприпасов, очень мало боеприпасов. Давай же, ну... Он, конечно, очень скорострельный, но, конечно, слабый в связи с этим. Винтовочка Гаусса. Отлично, мы зарядили винтовочку Гаусса. Yes! Неплохо, мы взорвали эту штуку в воздухе. Так, сейчас будет пробел. Давай. На тебе в лицо, урод. Давайте, может, успеем из Гаусса шмальнуть по нему. На тебе, сволочь. Так, давайте свалим, потому что сейчас придет пехота. Где наши гранаты? Давайте кинем в них пару гранат. Где они там идут? На подходе прямо, чтобы... Вот, из невидимости было бы неплохо. Подождите, он их заряжает. Так, он нас увидел. Это плохо, конечно. Еще, если не сказать, хуже. Давайте с Гаусса будем их выносить, эту пехоту поганую. Она очень уж мощная оказалась. Очень мощная пехота. Ну, ух ты, блин, вот это вот самое плохое, конечно. Самое плохое то, что он сносит нам ЕМПшкой своей броню. Да что же это такое? Ну, просто какой-то кошмар. Где эта пехота сраная? На тебе, сволочь. На, уроды. Надо валить отсюда нафиг. Да поскорее. Все, отлично, ушли. Переждем. Фух. Невидимость. И давайте перейдем, сменим позицию. Сменим позицию, чтобы расстояние удлинить между мной и врагом. О, у нас здесь, кстати, есть это. Панч. Или пинч. Пинч. Да, пинч. Давайте пинчим сейчас. Броню я только накоплю и попробуем пинчем вынести солдат этих гадких. Вон этот солдат поганый. Ес! Yes. Вынесли, еще один остался. Ах ты мерзость инопланетная. Нет боеприпасов. Все, выбрасывай нафиг. Невидимость и... Где? Вон он ее питает, понимаете? То есть мне нужно сначала пехоту, по идее, вынести. Хотя я тут, честно, не пойму, кто кого питает. На тебе в брюхо, говнюк. Давайте Гаусс перезарядим наш. И в невидимость уйдем. Отлично, Джав. Джав есть. Джав это то, что нужно. Но сначала я убью пехоту, потому что это может быть все совершенно бессмысленно. Все, мы взорвали пехоту. Отлично, где наш Джав? Вот он, отлично. Все, невидимость.
И давай, собирай, собирай. Я сейчас зауешу тебя прямо здесь. На, вот это красава. Вот это отлично. Давайте еще один джаб возьмем. И сейчас мы опять же так же. Он сейчас притянет? Нет, он создает ракеты какие-то с помощью этой фигни. Броню срочно, иначе нас сейчас взорвут. На тебе, мразь. Все, выбрасываем. Давайте невидимость включим. Я... Что здесь еще есть? Что-нибудь еще есть? Это еще что? Заменить тайфун на L-Tag. L-Tag, это отлично. Пополнили запас гранат. Давайте опять сменим позицию. Он нас не увидел. Или увидел, я не знаю. Я слышу, что он вроде как подбирается даже. Но давайте атаковать. Давайте в эти сгустки, что ли, попадем? Я не знаю. Yes! Попали. А теперь в тебя, урод. Слушайте, офигенный какой-то гранатомет. Просто, просто гадлайк, я вам скажу. Ох, сваливаем. На тебе, сволочь. Перезаряжаемся. У нас еще 5 боеприпасов от этого чуда. Чудо света. Смотрите, какой классный. Там и пуш, и шуш, и что там только не написано. Yes. Взорвали. А теперь тебя, урод. Тебя, урод. И сваливаем. Сваливаем. А нет, он нас опять притягивает. Давай, 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 давай. Пробил, 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 пробил. На тебе в харю, тварь. Ну, может, успею еще шмальнуть. О, кажись, он просто сдох. Да, туда и дорога, тварь. Фух. Ну что, это было офигенно. Майкл, где ты, черт возьми? Ё-моё, нас завалило, что ли? Это были бы плохие новости. Включай броню и вылезай. Броню, силу и вылезай. Давай, пророк. Кажется, это конец 6-й миссии. Впереди будет 7-я, последняя. Хо-хо-хо. Вот это интересно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение моей 11-й части по игре Crysis 3 и 6-й миссии, предпоследней миссии в этой игре. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо, с вами был Гидеон, и до следующей миссии.